Поздним вечером мозырский госавтоинспектор патрулировал улицы. В одном из дворов он заметил компанию, которая развлекалась странным способом. Один из мужчин жал на газ припаркованного авто, машина издавала характерные громкие звуки. Это веселило компанию. Сотрудник ГАИ сделал замечание: люди спят, а вы мешаете отдыхать. Машину заглушили. Однако после один из мужчин сел за руль и поехал в гараж. Инспектор, подозревая, что водитель пьян, проследовал на служебном автомобиле за ним. Мужчина припарковал авто и вышел. По характерным признакам было заметно, что он не трезв. На вопрос сотрудника стал утверждать, что машина все время стояла в гараже, а все померещилось. Ведь доказательств того, что он ехал, нет. Но доказательства были – запись регистратора. В итоге в крови мозырянина обнаружено более промилле алкоголя.